Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сегодня мы неплохо порыбачили на Ладожском озере, и ходили мы туда, на нашей замечательной лодке Гром-400. Лодка отлично вела себя на воде, хотя сегодня не было никаких экстремальных условий. А больше всего понравились бортовые ниши, в которых мы хранили коробки с приманками, всякий шмурдяк, одежду, запас воды. И при этом не занимали кокпит. Зачем-то с собой еще взяли раскладное кресло, но так им и не воспользовались. Сидели на штатных банках Грома. В общем, смотрите, как все это происходило. Погнали! Видишь, как она ровненько на голеса выходит? Вообще, без шума и пыли. Она идет даже побыстрее той. Катер, блин. Вот это вот по-бокоплавовски это катер. Да не, просто, блин, значит, у меня это вообще крейсер. О, Слав, дай-ка я тебе классное ведро подарю. Держи. Давай ведро. Офигенное ведро. Хорошо, вот как раз попрыгаю. У бокоплава, блин, особенность. Он любую лодочку, блин, называет катером. И это сбивает с толку. Я сейчас, блин, думаю, о, сейчас он на каком-то большом катере.
Надо искать на акватории катер, а он на резиновой лодке 3.40. А вот наш скромный улов в ведре рыбакан. Репортаж закончен. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.